И теперь ноги делаем вместе и бьем себя по ногам. Такие хлопки по ногам. Бьем себя по попе. И наклоняемся вперед и бьем себя по почкам. Начинаем делать хлопки по ногам. По коленкам. Поднялись и чуть-чуть встряхнулись. Такая небольшая тряска всего тела. Трясемся, сбрасываем всю негативную энергию и начинаем трясти руки на уровне головы. И начинаем делать хлопки над головой. И закончили. Итак, мы только что проделали лимфодренажную гимнастику. Ее, как я сказала, лучше делать с утра на голодный желудок, как только вы проснулись. И эта гимнастика имеет оздоровительный эффект, также повышает энергию. С вами была я, Екатерина Юрочкина. До новых встреч!